постам. Полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-Сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвал кавалерию. Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Назад! Двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Следующий. Да подстрелите же его! Офис-то нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники.
Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Людей. И закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Уходи, паук! Мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает человек? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Вот она, некомфортная рабочая среда. Пролови ему чек! Осторожнее! Не дадим ему победить! Те, кто мешает малорю, долго не живут. Надо убрать стрелков. Я не попаду в тебя! Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. А, привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Противник! Этажом выше! Мой выход. Убей!
Держите его, не давайте ему прыгать! Я его не достану, пока он в воздухе! Надери ему задницу! И как это может хорошо закончиться? За ним! Не дадим ему победить! Хреново паунина! Я ранил его! Теперь следующий. Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, когда беспечные. Так успей. Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, кто бы знает, где мы? Не важно, что снаружи. Важно, что внутри. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к турбинам! Рассыпаться! Внимание! Полное форматирование. Удаление еще не завершено. Вы даже для сисадминов слишком грубые. Вытащите меня! Прочитайте район! Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Выломай теперь, живо! Прикончить его! Уничтожиться! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Прижмите его к земле! Если я уйду, весь рот этого города вылетит на улицы! И виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Все на выход! Всем покинуть здание!
Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Спасибо! Получилось! Идем! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юри. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юри, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Как бы саперы смогли здесь пройти? За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его! Прибейте его, Эй, Юри, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь.
ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент! Хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать. Окружить! Не зарывайся, мальчишка! Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Слишком быстрый! Оправдания мне не нужны! За что я вам плачу? Подожди тут. Скоро все кончится. Валим его! Защищайте босса! Нет! Я сам справлюсь! Самое время надрать его зад! Кретины! Хватай его! Же подкрепление! Не знаю, босс. Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! 1 месяц! 1 месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи.
Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму?